Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Давайте продолжим. Сегодня очень интересная тема, и если вы в ней разберетесь, отнесетесь к ней соответствующим образом, то вы сможете зарабатывать очень-очень большие деньги. Смотрите, как получать деньги за то, что вы и так ежедневно делаете, но пока бесплатно. Действия, которые вы делаете ежедневно, за них можно получать деньги. Сейчас я вам все покажу, расскажу, и вам станет понятно. Итак, поехали. Наверное, я не открою большого секрета, если скажу, что большинство из вас сегодня пользуются интернетом каким-то образом. Вы заходите к себе в социальные сети, у многих из вас есть ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, еще там Инстаграм, разные социальные сети, и вы там тусуетесь, общаетесь, кидаете друг другу какую-то информацию, фотографии, какие-то новости. Делаете же вы это, да? Кто-то ежедневно это делает. Ну, большинство это делает ежедневно. Вы иногда даже проснетесь и сначала откроете свой телефон, посмотрите всю информацию, которая там есть у вас в соцсетях, а только потом идете завтракать. Это факт. Сегодня 80-90% людей сидят в соцсетях и общаются, посылают друг другу фотографии, новости, ставят лайки, пишут комментарии. Ну, время такое. Итак, давайте вот на таком примере, на простом, разберем. Например, вот, чтобы вам было понятно. Например, вы сходили в магазин и увидели вкусный торт. Но вы не знали, что он вкусный. Увидели торт, вам захотелось купить к чаю торт. Или же взять в офис, если вы там работаете, угостить своих подруг там в офисе, коллег. Вы купили торт. Пришли, попробовали, и этот торт оказался такой вкусный, шикарный. Он напомнил вам вкус детства там. Ну вот такой вкусный торт. И вы начинаете делиться этой информацией у себя в соцсетях. Вы можете сфотографировать этот торт или еще там что-то написать. К примеру, да, сюда вместо торта мы можем подставить любое. Ну, купили вы классный смартфон, например, телефон, он вам понравился, вы начинаете звонить там своей подружке: слушай, какой классный телефон я купила, смартфон, или там вам его подарили. В общем, вы начинаете делиться этой информацией, сообщать своим друзьям, там, знакомым. Просто в соцсетях вы кидаете эту информацию. Вот. Вместо торта можно подставить любое. Купили вы какую-то одежду, там кофточку, и своей подружке берете телефон, звоните, начинаете рассказывать: я такую шикарную кофточку взяла вот в супермаркете там по адресу Октябрьская там. Ваша подружка, естественно, заинтересуется, она пойдет в этот магазин и купит эту кофточку. Или же те сотрудники, которых вы угостили этим тортом, например, да, в офисе, они попробуют, скажут: о, где брала? Ты скажешь: вот там, в этом магазине, вот я и купила этот торт. Часть из этих сотрудников придут в этот магазин в перерыве или там в конце рабочего дня и тоже купят этот торт себе домой, да? Ну вот так происходит. Люди, получив от кого-то информацию, пользуются ей, да? Они вот, ну, или соседка ваша, вы купили тортик, позвонили своей соседке, сказали: заходи, я купила тортик, попьем чаю. Соседка пришла, вы попили чаю, она оценила этот тортик, скажет: ой, вкусный, действительно, торт оказался вкусный. Вот. И ваша соседка, она поинтересуется, где вы его купили, и она, конечно же, тоже сходит и купит себе такой же тортик. Да? Благодаря тому, что вы ей показали, рассказали, где купили этот тортик. Понятно это, да? Согласитесь, большинство из вас так и поступает.
Сегодня мы, благодаря вот такой информации от человека к человеку, идем, ну, хоть куда. В магазины за каким-то товаром, там, в поликлинику, в аптеку за какой-то мазью или еще чем-то. Вы там помазались какой-то мазью, у вас быстрый результат, вы там поделились, опять же, со своими родственниками, с соседкой. Сказали, ой, что у тебя там, допустим, соседка пришла, жалуется, болит спина. Вы можете сказать, а я вот взяла в аптеке такую-то мазь, она работает. Один раз помазала, спина не болит. Соседка пойдет в аптеку и купит эту мазь. Ну, вы поняли, как это работает, да? Это информация, которую мы вот друг другу передаем. Но вот в этом случае, когда вы поделились, рассказали об этом тортике, например, да? Часть из тех людей, которым вы рассказали и дали попробовать, они, конечно же, купят этот тортик. Он им понравится тоже, и они его купят. И магазин получает прибыль. Благодаря вам, благодаря вашей информации, которую вы дали этим людям, магазин получает дополнительные продажи. Но вы при этом не получаете ничего. Правильно? Вы просто на эмоции поделились. Вам понравился тортик, и вы поделились. Люди купили кто-то. Не все, конечно же, пойдут покупать. Но часть людей, там, процентов 15-20, может быть, 30, если это действительно очень вкусный тортик, придут и купят. Магазин получит дополнительные продажи. Вы при этом не получаете ничего. Правильно? А теперь давайте разберем следующий пример, на котором вам будет понятно, за что вы можете получать деньги. Теперь представьте, что есть компания. Сегодня их много в интернете. Это компания наша, российская. И у нее замечательный продукт. Продукт, который нужен всем. Теперь представьте, что вы проделали те же самые действия. Точно такие же, абсолютно такие же, которые вы делаете всегда. Вы зашли в компанию и взяли продукт. Продукт вам понравился. И вы просто поделились этим результатом. Точно так же. Взяли телефон, позвонили своей подружке, другу, сказали, слушай, классный продукт, взяла попробовать, результат сногсшибательный. Продукт работает, не могу нарадоваться. Все. Ваши подружки в офисе увидели ваши результаты. Ну, например, вы похорошили, и это не скрыть, и ваши подружки в офисе, они просто увидели и сказали, о, классно выглядишь, что произошло? Вы говорите, вот, в компании взяла продукт, замечательный продукт, он работает. Но в этом случае, конечно же, не все, а часть людей пойдут и посмотрят эту компанию, как туда зайти, как посмотреть продукт, вы даете ссылочку. Это очень просто все делается. Там ссылочка реферальная у вас будет после регистрации. По сути, это будет ваш личный интернет-магазин. И все люди, которые придут по этой ссылочке, по вашей рекомендации в эту компанию и что-то здесь купят, вы будете получать за это постоянно деньги. Компания будет делиться с вами прибылью. Люди что-то купили, и в этом случае, во втором, в отличие от первого, компания вам заплатит деньги за то, что по вашей рекомендации кто-то пришел и купил продукт. Просто и понятно. Но это работает, друзья. Сегодня это работает. И вы можете получать деньги легко. Взяли продукт, поделились в соцсетях или позвонили там своим друзьям по телефону, сообщили о такой замечательной новости. Все. В компании очень много продукта. Продукт здоровья, продукт наш, отечественный, натуральный. Что касаемо продукта, об этом уже другая будет информация, другое видео. Здесь вы абсолютно ничем не рискуете, продукт классный. И теперь вот, за простую рекомендацию, вам не надо никому ничего продавать. Вам не надо бегать с этими вот продуктами компании. Нет, вы просто делитесь информацией. Вы говорите человеку, где есть то, что вы купили. И при этом вот те люди, они могут повторить ваши действия и получать точно такие же результаты. И они будут вам благодарны за то, что вы им показали эту компанию и этот продукт. Понимаете? Ваш заработок будет расти очень быстро за те же простые действия, которые вы и так делаете.
Вы делаете точно такие же действия, как и в первом случае. Попробовали продукт, вам он понравился, вы поделились этим с другими людьми. Все. Если вас это заинтересовало, пишите мне, я вам покажу, как зарегистрироваться. Я могу зарегистрировать вас сам. Как поделиться в социальных сетях, если вы не знаете, но вы, я уверен, знаете. Если у вас есть какая-то классная новость, вы обязательно найдете способ, как ей поделиться. Ну, если у вас с этим возникнут какие-то вопросы, то обращайтесь, я вам расскажу и покажу, как это делаю я. Все. И вы за эти же простые действия, которые вы и так ежедневно делаете, вы можете получать очень большие деньги. Пробуйте, и у вас все получится, дорогие друзья. Удачи вам. Ссылочка будет внизу в описании к этому видео на сайт компании. Всего вам доброго.